Привет, друзья! С вами Слава и Никита! Привет, привет, друзья! Итак, у нас сегодня очередной бой битвы Бейблейдов. И мы сегодня разыграем очередной подарок, ребята, для вас. Кто выигрывает, тот первый выбирает себе Бейблейд. Вы согласны или нет? Да! Но у меня сегодня для вас есть одно условие. Вы своими Бейблейдами, которыми сыграете сегодня, победите в 5 раундах. Не будете играть до того момента, пока не сыграют ваши все Бейблейды. Ребята, Бейблейды, которые ваши уже будут сыграли, вот я буду прятать вот наши вот мешочки. Это Слава, это ты себе выбрал такой, Никита выбрал себе такой. Вот мы будем их сюда складывать. Ну так что я их буду прятать, чтобы мы ничего не помешали. Хорошо, после каждой игры мы будем их прятать. Итак, ребята, вот ваши все Бейблейды, которые у вас есть. У Славика появилась Гаруда. Где Гаруда, сынок? Вот. Вот. А у Никитки появился Экскалиус. Покажи Экскалиус. Вот. Мы еще ребятам обещали бой Гаруда на Гаруда. Мы его сделаем и покажем, да? Итак, ребята, у нас сегодня первая игра, с которой мы начинаем. Игру на все Бейблейды называется. Вы поняли? Итак, кто будет первый выбирать? Кто будет первый выбирать? Я. Вот так. Слава сказал, что он. Хочешь ты? Ну подожди, а что ты уступаешь? Тогда давайте на Юзефа, да. На Юзефа, кто будет первый выбирать. Хорошо. Давайте. Юзефа, 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 Юзефа. Порезал, Славик, ты не выбираешь. Так он же хотел выбирать первый. Ну все, выбирай, сынок. А ты говоришь, я хочу выбирать. А ты потом говоришь, споришь на это. Ну хорошо, все, Слава, выбирай ты первый. Мы играем на арене. А? Нужно Юзефа договорить. Ну, та разница, он же сам захотел выбирать первый. Вы же это кто не хочет, тогда мы спор как бы превращаем в Юзефа. Давайте, Слава, выбирай, кого ты хочешь. Ты берешь императора Фарнеуса. Смотри, этот волчок уже не будет участвовать. Ты же не знаешь, какие будут призы там и все остальное. Ты понял или нет? Да, я понял. Хорошо, итак, Никитос, выбирай ты, кого выбираешь. Волтрека Золотого. Итак, ребята, у нас первый раунд. И этим раундом мы открываем нашу супер-мега-крутую битву на все Бейблейды. На арене Император Фарнеус против Золотая Валькирия. Волтрек В4. 3, 2, 1, пуск! Ребята, в первом раунде у нас победил Император Фарнеус. Слава, я тебя поздравляю. Следующий раунд. Никитос, выбирай. Кого ты выбираешь? Эти волчки у вас, ребята, уже не играют, пока не сыграют ваши все волчки. Вы понимаете суть? Улавливаете уже? Да. Хорошо, давай. Ты берешь Валькирию, смешанный тип волчка от Такара Томми. Это Волтрек 4 у нас. Слава, кого ты против Волтрека 4 берешь? Такара Томми у нас. Ты берешь Спрайзен Реквием, да? Спрайзен Реквием — это смешанный тип волчка против Валькирии, смешанный тип волчка от Такара Томми. Поехали, ребята. 3, 2, 1. Пуск! Я тебя поздравляю. Во втором раунде, Слава, победил ты. Это счет уже 2-0. Молодец, сын. Хорошая игра у тебя сегодня. Умница, так держать. Поехали, ребята, на арене Фафнир F3 против Дженниуса. Хасбро у нас на арене, ребята. 3, 2, 1. Пуск! Это интересный бой. А он у нас уже был. Ну посмотрим сейчас. Но на зеленой арене. Ну да, да, ты прав. Вот поэтому я же говорю, интересно, здесь а так вот поведет. Белой, уже не будет. Здесь на белой может, в принципе, и Фафнир победить. Не, когда мы умудряемся, он как будто бы. Смотри, смотри, сейчас увидишь все. Фафнир же меня подкручивает. Так же, как и ты его подкручиваешь. Да, Никита.
Никитос победил. Итак, ребята, на арене у нас Эвипера против Луинора L2. 3, 2, 1. Пуск! Это звук проигрыша. Почему Никита победил? Здесь победил ты, я поздравляю, это счет 3-1, Слава, молодец. Ребята, на арене Рактовор против Егдриана Е2 смешанного от Хасбро. 3, 2, 1. Опа, Слав. Что? Смотри, как твой. Молодец, Никита. Я тебя поздравляю, в этом раунде победил ты. И это счет 3-2. Ребята, у нас следующий раунд на арене у нас. Спрайзен легендарный против Экскалиуса. Третий, Хасбро. 3, 2, 1. Пуск! Да, ты тут должен был победить, правильно, Никитос? И это счет, ребята, уже... Ребята, это счет уже 3-3, Никита, я тебя поздравляю, молодец, ты догнал Славу. Ребята, на арене у нас Экскалиус второй против Анубиона второго. 3, 2, 1, пуск! О-о-о, ничего себе, это крутой бой! Слава, я тебя поздравляю, в этом раунде победил ты, счет у нас уже 4-3. Никитос, видишь, как это Ануби он так проиграл, а? Видишь, в тот раз выиграл, в этот раз проиграл. Выбирай, Никитос, кого ты выбираешь, следующий раунд. Никита берет Егдриана. Против Егдриана, Слава, кого ты... Это второй Егдриан, правильно? Это второй Егдриан у Никитки. Ты берешь Думсайзера, D2, а, Думсайзер, это не D2, это Думсайзер. Итак, на арене, ребята, у нас Думсайзер против Егдриана второго. 3, 2, 1, пуск. Ухи напряженные, да? Ой! Да, сынок, на последних таких уже он должен был упасть, но он все-таки разбил Егдриана. Слава, я тебя поздравляю. В первой игре в нашей на все волчки победил ты. Со счетом 5-3. Молодец. Ребята, хорошая игра. Молодец, Никитос, хорошая игра. Слава, так как ты победил, у тебя сегодня есть возможность первым выбрать волчок. Мы сегодня, сынок, разыгрывали вот такие вот призы. Арфеус, О2 и Юникрест. Вот кого ты хочешь взять себе? Выбирай, кого ты хочешь взять себе? Арфеуса или Юникрест второй? Кого? Ты берешь Арфеуса, да? Итак, Арфеус это у нас защита, а Юникрест это у нас нападение. Это смешанный тип, да, Волочка? Да. Никитос, значит, смотрите, ребята, мы еще тогда проведем супер крутой бой. Арфеус против Юникреста, и мы узнаем, правильно ли выбрал Слава или нет, так как он победил. Ты думаешь, неправильно? Помнишь, он тогда победил и выбрал Экскалиуса? И он проиграл, да. Ну, посмотрим, в этот раз он был прав или нет. Хорошо, ребята, вам понравилась сегодняшняя битва? Да! Значит, давайте, складывайте. Никитос, ты сюда складывай свои. Слава, а ты свои складывай. Эти бейблейды уже не участвуют, те, которые участвовали сегодня.
Давайте, ребятки, складывайте. И давайте их мне сюда. Так, эти бейблейды, ребята, я вам отдам после того, как все ваши бейблейды сыграют. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, до новых встреч! Пока-пока, и вот они кружат, бах-бах-бах. Ура, победил Орфеус! Ура! Но это вы, ребята, узнаете в следующем видео. Да.